какими мужчинами ни в коем случае нельзя жить. Никогда не живите с этими мужчинами. Девушка должна подстраиваться под партнера, проявлять гибкость в самых разных обстоятельствах, предотвращать тем самым ссоры и мелкие разногласия. Эта точка зрения бытует в обществе, и многие с ней соглашаются. Но вместе с тем, истиной в последней инстанции она не является. Придерживаться ее в любых обстоятельствах просто невозможно. Дело все в том, что есть мужчины, жить с которыми просто невыносимо. Носят они определенные имена. Итак, давайте узнаем, с какими мужчинами ни в коем случае нельзя жить. Александр. Это имя красивое, но вот только мужчина, который носит его, для жизни едва ли подходит. Александр любит быть лидером и делать все так, как нравится ему. Также он обожает подчинять себе окружающих, заставлять их идти у себя на поводу. Партнершу он будет постоянно принуждать к чему-то, будет ограничивать свободу ее действий. Девушка при таком раскладе счастливой точно не будет. Валерий. Спокойным и добрым этот молодой человек только кажется. Валерий отличается вспыльчивостью и нетерпимостью. Он всегда резко высказывается и задевает чужие чувства. Партнерше придется либо мириться с этим, либо расходиться с обладателем этого имени. С течением времени она точно выберет второе. Евгений. Добродушие обладателя этого имени показывает только в самом начале романтических отношений. Когда девушка превращается в его супругу, Евгений снимает маску, показывая свое истинное лицо. Он не будет помогать в быту, будет лениться, отговорки при этом он будет придумывать самые разные. Ему важно лишь спокойно лежать на диване, а не заботиться о том, чтобы девушке было комфортно. Максим. Только свои интересы и потребности парень с этим именем в состоянии учитывать. Максим будет просто игнорировать возлюбленную, будет вспоминать о ней только тогда, когда что-то надо будет лично ему. Девушка при этом может обхаживать его, может заботиться о нем, игнорировать ее Максим все равно не перестанет. Олег. Обладатель этого имени не знает о компромиссах ничего. Олег никогда не идет на них и всегда стоит на своем. И ему безразлично, что он ущемляет партнершу и что он ограничивает ее в чем-то. Девушке придется или уходить от этого молодого человека, или соглашаться на все его условия. Никакой другой вариант не сработает в данном случае. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.